настоящем и какие-то планы, мечты, что-то о будущем. Для чего мы это делаем? Это небольшой тренинг, мастер-класс для того, чтобы просто научиться знакомиться с человеком, общаться с человеком, строить отношения и потом использовать такую информацию, и в конце я вам покажу, как использовать. Хорошо. И подписать, кто это, кто нужен на листе. Окей, задача ясна. Выбираем человека, которого мы меньше всего знаем. Итак, пошли, ребята, поехали. Время пошло, час, 20 часов, чуть-чуть.